В администрации городского округа Люберцы состоялось заседание местного отделения партии «Единая Россия». На заседании президиума регионального политического совета Московской области представили нового исполнительного секретаря Люберецкого местного отделения партии. За назначение Георгия Николаева на должность участники совещания проголосовали единогласно. Он себя показал в боевых условиях, а боевые условия для партии – это выборы. Вел себя хорошо. Парень молодой, есть куда развиваться, есть куда расти.